Даниил Мусатов, можно Владимирович. Я работаю на физтехе, в Московском физико-техническом институте, на факультете инноваций и высоких технологий. А именно у нас такая кафедра дискретной математики. Дискретная математика — это такая наука, которой можно сразу со школы заниматься, где не нужно учить какие-то сложные там производные, интегралы, дифференциальные уравнения. Все условия задач можно висеть на пальцах, но не всегда задача легко решается. И до сих пор есть куча открытых вопросов, которые никто не умеет решать. В общем, тут довольно маленькая дистанция от того, что понятно пятикласснику, до переднего края науки. Значит, я еще немножко рекламирую. У нас проходят регулярно летние и зимние школы. Называются алгоритмы комбинаторика. Вот на сайте kambal.ru вывешиваются объявления. Да, они обычно проходят в феврале и в августе. Соответственно, на августовскую вполне еще можно записываться. Ну, точнее, я не знаю, может, даже еще объявления нет, но, наверное, есть. Ethics.org. Вот. Ну, и там посмотреть, какие еще. Есть люди на нашей кафедре, какие курсы читаются. Так. Хорошо, теперь, если у вас будут вопросы по поводу того, что я расскажу, или по поводу каких-то еще событий, то не стесняйтесь, пишите. Не думайте, что очень много желающих меня будет отвлекать. А если сильно отвлечусь, то я просто не отвечу. Вот. Но обычно я стараюсь, но сразу надо отвечать. И уж точно все читаю.